опубликует на сайте Европарламента данные документы. Значит, будут оповещены все главы правительств еврозоны, в том числе все главари бандформирований, которые сегодня удерживают территорию Советского Союза под своим бандитским контролем на территории СССР. Значит, предписание 154 ими не выполнено. Правительство СССР от 10 июня. Они перешли с сегодняшнего дня официально в статус военных преступников. Значит, мы с вами продолжаем активную деятельность по наведению конституционного порядка и по восстановлению советского права на территории СССР и в границах СССР.